Европейский центральный банк не имеет права регулировать криптовалюты. Об этом на заседании Европейского парламентского комитета по вопросам экономической и монетарной политики заявил Марио Драги, председатель Европейского центрального банка. Такой комментарий глава Центробанка ЕС дал, отвечая на вопрос представителей комитета о намерениях издать регулятивный документ о принятии или запрете криптовалют. По словам Драги, на данный момент они оценивают влияние криптовалюты на экономику ЕС.